Всем привет, геймеры, с вами Дан. Бляха-муха. С вами Дангар. Вы на канале Уголок Геймера. У меня тут жопа, короче, а. Там этот стоит. Библиотекарь, мать его. Так, мне надо срочно найти эти наши противогазы, короче, а. Фильтры. А то мы коньки двинем даже без... О боже, а. Грёбаный библиотекарь. Надеюсь, они слышат, как я тут шастаю. Так, ну, у нас уже 3 минуты. Это получше. Так, он что-то там разбушевался. Давайте мы отсюда просто свалим, а. Здравствуй, моя Мурка. Мурка, дорогая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пам-пам-парам-пам-пам. Пам-пам. Парам-пам. Куда он делся? О, бляха-муха, он сверху бегает. Он бегает сверху. Открывайся. Еще. Вы что, издеваетесь, что ли? Это уже не библиотекарша. Это уже библиотекарши. Бляха, муха, еще делать-то. Чую, я тут дохнуть буду много. Это прям какой-то гребаный утлас получается, а? Так. Ой. Еще и демон. Ну, вот для полного счастья только. Демона не хватало. Ну за что же вашу дивизию? Это все мне. Отвали. Давай отсюда валим. Блин, вы смотрите, у нас же кислород заканчивается. Значит, надо как-то двигать, а мне страшно. Ну! Сука. Не курите, а вот я бы сейчас закурил бы с радостью, а. Подожди ты, еще минута есть. Это, знаете, вот реально это... Не шуметь в библиотеке! Тихо! Вот люди пытаются знания получить. Блин, я еще играю с 5-1 грёбаным. Это... А... Да, из-за... Они нас закрыли, ребят. Вообще шикарно. Тут труп библиотекарши, еще, блин, и... На... Людей. Знание — сила. Незнание — тьма. Ладно, замыленный лозунг перед войной, наверное, никто даже не задумывался о том, что значит, что это значит, что он значит. Знания были доступны всем. Отчим рассказывал, что карманный телефон мог ответить на любой твой вопрос в любую минуту. Так что никто не стремился уже учиться, выискивать, запоминать информацию. И вот в одну минуту вся накопленная информация... Пропала. Исчезла. Отключились телефоны, сдохли батареи, и те, кто не хотел хранить знания в своей голове, остались с пустыми головами.
А знания снова стали силой, снова стали ценным товаром и слишком дорогим. Тут в Великой Библиотеке, наверное, собрано больше сведений о Земле и людях, чем где-либо еще. Но именно тут за каждую прочтенную букву приходится платить каплей своей крови. Да, кстати, мы сейчас все привыкли, то, что если есть какой-то вопрос, загуглить, поискать в интернете, а вот что-то запоминать и брать из головы, это уже как, ну, не актуально сейчас. Блин, я не знаю, что, ребята, а это жопа. Ой. Это какая-то жопа просто. Ой! А что он убегает? Он, по-моему, меня куда-то ведет. Может, они добрые? Нет, да вряд ли. Поищем, 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 поищем. Он, по-моему, туда пробежал обратно. Дело дрянь, ребят. А, он сверху. Мать вашу, а. Ой-о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 й
Туалет. Прям как в PlayerUnknown's Battleground. Нет ничего лучше ванной. Только мы не за негра играем, а за Артемку. Ай-я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 й! Пусти, падла! Пусти! У! Руку! 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 Кыш! Кыш! Мария Ивановна, идите нахер отсюда! Чего они от нас драпают, а? У меня бочку мог проломить просто-напросто одним ударом. Я чуть не понял, а что он реально убегает? Чё, боишься, да? Правильно делаешь. Никогда не люби библиотеки. Потому что там все время там все что-то требуют. Вот эти Марии Ивановны, которые книгу сдал в нужном состоянии, не в нужном, да не ори ты. Твою ж дивизию, а. 7-1 только хуже делает, а все больше боюсь, а. Ух! Да дай пройти! Да, сука, дай пролезу! Нет, не получается. Да-да, я пролезу. О, пролез. А! Это, блин, грёбаный Outlast. Я не хотел играть в Outlast, я хотел играть в метро. Ай-тять-тять-тять-тять, нахер пошел. Ой. А! Валим, валим. Ой. Вообще, я туда иду, не туда? Так, нам показывают то, что туда. Я, по-моему, не туда пришел. Что, обратно, что ли? Вашу мать, вы что, охренели, что ли, а?
Ой, ой, нет, нет. Пошли вы все нахрен. Я не знаю, куда я бегу. Ай, нет, нет, да, да что за фиг? Да ладно, вы что, ну, блин, побежал на свою голову. О, а может нет? О, они боятся этих, сук. Демонов, которые, а? Ой, ой, а я тоже боюсь, я тоже... Нет. Хе-хе. О! Да вы что, охерели, что ли, а? Что происходит нахрен, а? О, тут еще один. Я в домике. Не подходи. Не подходи. Бляха-муха, ну он заметил нас. Иди нахер. Стоп. Бляха-муха. Может он не увидит нас, а? Я в домике. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Я так... Я почему-то так и подозревал то, что он туда полезет. Но я до конца не был уверен. Так, смотрите, в него стрелы воткнули. А у нас же есть эта херня. Блин, их можно убить. Но еще-то мне чуется то, что... Я... потрачу дофига всего на одного, даже такого. И другие сбегутся. Да не, я не хочу. Так, нам бы поменять этот наш. О, как хорошо. Нашли. Я прям как предугадываю. Я читаю эту игру, ребят. Я ее читаю. А куда идти-то? Че, пришли? Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал нигде искать. Не даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Это он про меня. Ангел-хранитель, ну это я точно. А! Прячься. Да хватит тебе менять ее постоянно, а. Не, я, конечно, понимаю то, что... Это весело делать такие задания, ну, блин. Ой, они там что-то делают. Что-то жарут. А где второй? А, он тоже там что-то... Они двое там. Не один. Че, как тебе... Блять. Стрелу. Пердак. Сажу, ну ладно. О, блин, как заметку уже не прочитать, ребят. Кто они, библиотекари? Мы придумали для этих тварей забавное прозвище, потому что незваные... Неназванные они были слишком кошмарны. Одно точно, это не звери. Понятия не имею, из какой глины их слепила радиация, но библиотекари чересчур умны для обычных мутировавших животных. Я вижу в глазах проблески разума. А что видят в наших глазах они, мы не знаем. Но если не бежать, не драться, а просто смотреть этим чудовищным глазами, между тобой и ними происходит что-то. Но и они оставляют тебе жизнь. Хотя и могут раздавить опытного и хорошего вооруженного бойца, как клопа. Может быть, потому что, глядя в глаза людям, они вспоминают через силу, как и сами когда-то были людьми. А-а-а. То есть, они даже... Они не настолько опасны, как нам кажется. Хотя мне не нравится вот это вот «не настолько опасно, как нам кажется». Потому что один меня хотел прихлопнуть, если вы помните. Они какие-то, видимо, есть совсем ебанутые, есть нормальные. Да хватит меня тормозить, а. Из глины, кстати, может это... И, по-моему, это он насрал просто. Я хотел сказать, может это... Они из этого делаются, блин. Мать твою, а. За ногу. Ой! Ох, твою ж дивизию, оно падает!
А! А там вода под электричеством, понятно. Опа. Нет, не под электричеством, но... Да ладно. Ой. Блин, он куда-то убежал. Блин, надеюсь, он сюда не пролезет, а? Чего он все время выпрыгивает, как мы тут начинаем вылазить? Ну да. Он выпрыгивает и спрыгивает обратно. А как нам пройти тебя, мужик? Или баба? Будешь ты у нас бабой, короче, библиотекарша. Мария Ивановна. Такая же вредная. Что, серьезно, что ли? Может, они добрые, может, они не хотят с нами драться? Так, 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 тихо, 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 тихо. Ой. 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 Мне надо туда как пробраться. Где он? Как мне туда прийти? Так, стоп. Твою мать, он где-то тут находится, а? Да ё-моё, какая паутина нахрен? Вы что, издеваетесь? Ай! Надеюсь, он сюда... Опа! И это надо вниз, значит, идти. Ого! Куда же мы попали, а? Или наоборот, надо было вверх идти? Ой! Не-не, я вниз не хочу. А, вон куда. Блин. Не, дровошом. Из этой херни я их точно... Не убью. Кстати, а у нас тут не заканчивается. Ой, фу, слава богу, у нас тут это не заканчивается. Тогда что я? Кислород. А! А! Ой, ай, да ты иди-то нахрен, а? Они смотрят там в глаза, они хотят убить, блин, Артём, дурак ты, а? Все не хотят. Ненавижу, не хочу, я не люблю хорроры. Лучше просто оставили бы, блин, нормальную игру. Он спит. Он спит. Ребята, что делать-то? Где у него голова, где жопа, а? Надеюсь, мы его не сильно разозлили. Это просто комариный укус был, чувак. Это не я, это... Бляха-муха, я что-то жалею, то, что я сейчас сделал. Давай просто пробежим туда. Там нету около него ничего. О, тут ничего нету, жопа. Ой. Точно тут ничего нету? Блин. Его я мог его не будить вообще. Так, тихо. Тихо.
Это я зря. Это их, видимо, спальня какая-то. О, тень. Ох, Ульман, где же вы? Вы мне сейчас очень нужны. Электричество. Ну-ка, я это не могу крутануть. А, не могу крутануть, сука. Ох, я вот из этих мест, где я сейчас участвую, на самом деле не хочу уходить, потому что... Опять спит. Блин, они срут тут везде, и черепа. Ой. Тихо! Ему сон какой-то снится забавный. Он, видите, как собачка во сне там лапками. Тык-тык-тык. Хе-хе-хе, дураки, блин, надо драбать отсюда. О-о-о-о. Это Зинаида Михайловна спала. Ой, не. Ой. Куда нам? Может, нам сюда надо? Да, да, да. Да! Ну что, теперь нам надо искать? А, не, он сам хочет искать, ну ладно. И как мы это будем искать? Артём. Тём. Это хреновая идея. Блин, да мы так полдня будем искать. Ты тише, библиотекарши услышат, нельзя шуметь в библиотеке. Ты что творишь? Я понимаю то, что ты злой, ну, не надо это делать. Я жить еще хочу. Я не хочу сейчас с ними драться. Надо найти, наверное, какой-нибудь там, нам что говорили? D6 или F6? D6. Надо, может, где-то надпись. Ну, ребята, вы понимаете, да. Ну вот я под. Эх, Артемка, тупой ты, а что бы ты без меня делал? Рассказал я тебе, вот и. Стоп, а теперь. Теперь еще и выбраться надо отсюда. Пипец. А, да ладно, он сам что ли решил побирать? Прям вот это, знаете, такой. Я нашел планы. Доставочка от Бога, а? Карту командного пункта. О-о-о. Но мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Знаете, что я хотел сказать? То, что я типа очень-очень-очень устал за эту серию. Ну нет, мы сделаем нормально, чтобы она была минут 30-40 точно. Так что нам мы еще не выбрались. Я как понимаю, мы сейчас да будем. О, крысы. Что, библиотекари все так же? Ну, твою дивизию, ну. За что? О, ночь. Ой, ой, нет, нет. Понял ты, это Ульман. О, прям как Вин Дизель приехал. А, это не Ульман, а? Ох. У тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Нашел. Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артем, помнишь Хана? Это он нам помог тебе. О, Хан, а где Хан? Я так и не понял, как он это сделал. Хан, вы этот, по-моему, как его? Типа, экзорцист, вы, ребята, ему особо не верили бы, а? Музон врубим, танцуем сегодня. Будем мы с тобой танцуем. Конечно, прокатимся в будущем. О, слава богу, а.
Я думал то, что... Диск висит. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Так, я надеюсь, что в основателе можно где-то затариться патронами или чем-нибудь. Не после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительством. А что, я хожу? Нет. А, вон он, хожу, точнее. Медленно как-то. Привет. О! Володя, очень приятно. Привет, Володь. Можешь выбрать что угодно. Мне тоже приятно. Ух ты, блин, сколько тут всего. Не, ну воровать мы у тебя не будем, пока вроде тут патроны только есть. Только новейшая техника. Так. В метро такого не найдешь. Выбор. Ух ты. А, бесплатно, ребят. Револьвер, калаш, 2012-й. Какой-то странный калаш. Велопал, это как раз вот эта вот хрень, которая дротиками стреляет. Это что, рельса? Вот с этой хренью надо было бы нам на этого идти. Пулемет. Чуваки, а нету ничего типа нормального дробаша, а то я тебе этот отдал же. Твою мать, я ему дробовик отдал. А точно ничего нету у тебя? Как за это приходится платить кровью? Да я понимаю, ну... Ох ты! А, ну мы вообще ничего не такое тут не теряем. Компенсатор, ну... Не, это круто, конечно. Так, вот эту я штуку хочу заменить. Вот эту штуку я бы заменил бы на рельсы, что ли. Смотрите. Давайте посмотрим, что тут у нас по тюнингу есть. Глушак, понятно. ЛСО. И Х2. Это ИК. Давайте вот эту хрень сделаем. И тогда вот эту. Так, все мы поставили. Поставили. Ну давайте, и тогда вот эту хрень заменим на рельсу. Не знаю, почему я так решил, но я хочу. Тюнинг, прицел. Х4, вау. Хочу, будет у нас снайперка. Так. Снижает время накопления заряда для выстрела, позволяет стрелять на максимально длительно чаще. Энергия позволяет дольше вести огонь, не отвлекаясь на подзарядку. Ну, блин, я даже не знаю. Давайте чаще сделаем все-таки. Ну, мужик, спасибо тебе большое. И за это спасибо, и за это. Ну, я понимаю, и раз ты мне так это отдаешь, то уж... Ну я бы от дробаша бы обычно не отказался. О, новая заметка. Почему церковь? Только из-за прочной старой каменной клади или бойцы мельника думают, что эти стены будут для них лучшей защитой, чем что-либо другое. Странно, что даже тем, кто твердо стоит на этой земле, кто-то каждый день смотрит смерти в глаза и должен был уже успеть привыкнуть к ней. Нужно цепляться за небеса. Рейнджеры не говорят об этом вслух, но у многих я видел нательные кресты. Крестики. От кого-то я слышу, что после апокалипсиса мир вывернулся наизнанку, а Пресподняя оказалась на поверхности земли. А людям пришлось прятаться в бывшем аду. Поэтому нет на поверхности лучшего убежища, чем старые церкви. Не знаю, но эти иконы и фрески, которые расписаны в церкви, даже мне внушают какое-то светлое спокойствие, какую-то уверенность. Как будто всем нам, грешникам, уничтожившим мир, который мы не сотворили, еще можно искупить свои грехи, еще можно получить прощение. Ну, ладно. А где еще одна? Тут должна быть еще одна книга. Мужики, привет. Не, ну тут реально должна быть еще где-то книга. Может, она была в этом?
пока мы ехали, скорее всего. Привет, Артём! О, привет! Здравствуйте. Дратуйте. Так. Ой, Хан. О, вот и книжка, ну ладно. Здравствуй, Артём. Привет, Хан. Вот мы и встретились. Да. Как эти джентльмены здесь уютно устроились? Не знаю. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Да не знаю. Молчишь. Даже... Превращаешься в охотника. Обдумай, я вот что-то... свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет. Я вообще-то не мол... пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Да иди ты, а. Не испытывает сомнений и не знает раскаяния. Иди в жопу. Никогда. Если я ему ответить, а он мне, молчит, значит, а только хочу ответить, опять перебивать. Ну что за люди такие, взрослый мужик, а? Хан, я всем обязан ему, если бы не он, и остался бы гнить в туннеле с аномалиями. Ну ладно, мы обязаны Хану, видишь, Тёмка говорит, а? Я бы никогда не добрался до библиотеки, если бы не он. Мельник даже бы не стал меня слушать. Я не знаю толком, кто этот человек, да и человек ли он. Да, в путь меня отправил Хантер, но ведет меня по пути Хан. Странно, но бойцы Мельника, для которых, кажется, нет других авторитетов, кроме их несгибаемого полковника, прислушиваются к бродячему философу и верят ему. У него есть какая-то власть над человеческими душами. Хотел бы я встретиться с ним еще раз. Слишком много у меня вопросов, которых больше некому задать. Ну ладно. Они вырвутся из этого круга. Ну что ж. Думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Не, ну серьезно, что ли, я такой? Он... Во, бля. Это что было? Его бафнули, что ли, а? Или меня бафнули? Что-то тут все это как-то странно, а? Ты, мужик, подальше отсюда держался, а? Нечистая сила тут какая-то. Не очень-то и полезные бумаги. Чего? Намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Вот. Значит, все намеки, надо. Намеки, нормально. Ты готов? Готов? Ну а чего, подожди, я могу быть не готов. Ничего тут больше у вас не оставил случаем? Да вроде готов. Вот станция метро, кстати, ну. Эти старые чертежи метро. Хотя никак они старые. На самом деле-то они ни хрена не старые, потому что... Тут... То есть метро-то современное. Странно, короче, вот намутили, видимо, сами придумали. Ну, как тут у нас дела? Мария, например. Все готово, Ульман. Что-то у нас еще. Вот. Дров наколол. Володя? Где-то 80-х годов, короче, метро. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Нормально, с ними по именам, а с этими, а вы, ребята, а? Понятно. Сдохну первыми. Ну, Хан, давай. Удачи тебе. Хоть, может, сейчас выслушаешь, не будешь перебивать меня, а? Думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Я в рост говорить ничего не буду, а? С ним без толку говорить. Только начинаешь говорить, он начинает тебя перебивать. Ну, надо попробовать оружие, которое мы собрали. Так, куда нам идти-то? А, я думаю, на этой машине поедем. Пока. Удачи нам. Вы тут тоже не хворайте. И у вас тут паутина, а блин, не сжигается что-то она. Ну и ладно. Прям с вами. Ой, это какая-то вагонетка очередная. Это подвал из старого храма. Давай, забирайся. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Это там, ну ладно. Ладно, ребят, я думаю, давайте на этом мы эту серию закончим. Она пипец.
персы мерсональные было. Я прямо вот говорю, это какой-то гребаный Outlast был. С этими библиотекаршами. Ну, блин, ну нельзя так. Я хочу играть в шутеры, не хочу играть в, в хорроры. Если бы хотел играть в хорроры, запустил бы хоррор. Не надо на это так издеваться. Ну, было круто, на самом деле. А? Ну, мы даже справились, между прочим. Мы хоть раз подохли? По-моему, мы ни разу не подохли за эту серию от библиотекарь, что мы им показали, кто здесь главный, а? Да. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилась эта серия. Поставьте палец вверх, и мы увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока и удачи. Она нам не помешает.